Всем привет, ребят. Ну что, докачиваем нашу имбу. Я уже почти собрал. И сейчас мы его протестим. Добрый старая имба на максималке. Посмотрим, что он сможет. Может, он перевернет игру. И все начнем качать Бугагрома. Сейчас посмотрим, кто его знает. ПВПшный чисто герой для фарма. Я не знаю. Чисто такое, знаете, поразвлекаться. Чтобы он где-то там что-то тащил, да? Когда-то он реально тащил подземки и все прочее. Сейчас можно прокачать гарнизон намного круче, чем вот это вот, что мы делаем. И вот гарнизон затащит налегке больше, чем этот герой. Такс, окей. Вот наш 20-й прорыв. Бум. Вот так вот. Давайте уже докачаем до следующего стопа, чтобы он там у нас поднялся где-то. Не бультыхался в самом конце. Все, главное дальше не качнуть. Вот такие вот, ребятушки, статки у него получается. Довольно-таки неплохо. Прибавочка. Ну, это 20-е, на 30-е там, конечно, покруче все будет. Но я пока его на 30-ку качать не буду. 9-й пакт. Это будет жопа. Урона будет очень много. Плюс я все-таки по Берику дорулил передачу. Вот такая вот сборка у нас будет. Ну, по созвездиям тут такое себе. Сборная солянка пусть будет. Он не должен быть мега имбой с шестьмя уклонами. Такс. Такие вот статы, как видите, у нас бонусами в 5 раз больше, ребят. 5 жизней. Это просто жесть. Атаки тоже в 2,5 раза. Ну, что тут скажешь. Ремка, передача. В общем, собран он у нас на урон. Наносит 530% и в кому вводит на 1,8 секунды. Также увеличивает скорость атаки на 30 на 5 секунд. Плюс панчбокс максимальный. Давайте поехали, начнем. Знаете, еще просто с подземочек, обычных подземочек. Не будем мы его там сейчас мега... Посмотрим. Ну, его, наверное, тут даже сольют. Кто его знает. Мне просто интересно посмотреть на урон, если получится у нас. Не, у нас уже не получится, потому что мы уже кого-то выпустили. Попробуем аккуратно. Ну, смотритель у нас может ударить. Там, где будет восклицательный знак, кто смотритель ударил, мы посмотрим, что он сможет сделать. Если он, конечно, выживет, а он не выживет. Короче, мега имба. Так, хорошо, ему тогда ремка нафиг не нужна, она все равно действует первое время, первых там 10 секунд, дальше от нее толку нет. В таком случае лучше поставим, что поставим, выживание, наверное, вот так вот. Нет, тут маловато атаки. Хочу так, чтобы он еще с панчбоксом. Или уберем, давайте уберем нафиг панчбокса, поставим сюда грубую силу. По старинке. Уберем пока панчбокса, поставим ангела. И будем сейчас с вами нубить на подземках. Че? Не будем мы долго бегать. Нельзя такую имбу долго у себя держать. Так, ну что, смотрим. Смотрим и ждем, когда же он зарядит поместье. 5 лямов. Да, ребятушки, это было 5 лямов. Что я могу вам сказать? Неплохо. Интересно, интересно. Дальше будет еще интереснее. Самое главное, чтобы его не слили. Я, в принципе, с ангелами, я думаю, его не должны слить. 2,2, да, то есть в районе 5к для такого старенького героя. Смотрите, это смотритель ударил. Процентуально бьет.
Давай тащи. Сколько можно? 2,3. То есть его атака в такой сборке 5 лямов. Ну, что я могу вам сказать? Ни хреново. Это реально обалденно. Для такого старенького героя это нереально круто. Вот 6 практически. Нифига себе. Да он жесткий прям перец. Раз, два, смотрите, что он сейчас того месу просто ушатает. Да ты что? Винвиз ушел, ребята. Он просто ушел Винвиз. Он понял, что ему тут делать нечего и решил резнуться. В общем, вот так вот. Урон довольно-таки неплохой. Так, переобуваем его обратно на нормальную нубосборку с 8-й ремкой, с 35-м панчиком. И все будет very good. Отлично. А теперь поехали развлекаться. Form Team и ищем эту имбушку. Save. Так, ну что, давайте попробуем ушатать вот его. Очень интересно посмотреть, как он справится. О, нифига себе. Посмотрите, какие там ребята против нас. Ну, тут без вариантов просто. Ну, вы все поняли. Я тоже понял. Так, ну. А кто будет бить? Непонятно. Вот видите, какой минус. Был бы он автопрокером, цены бы ему не было. Но так как он не автопрокер, ну, там кого-то шатанул, но не особо. Эх, так как он не автопрокер, надеяться нам на тут мега 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 крутость не придется. Видите, смотритель его просто шатанул. В общем, он очень отлично уходит в инвиз. Так, хорошо, но это все равно, это, ребята, это все не показатель. Поехали в экспедицию. Вот тут, я думаю, будет поинтереснее посмотреть на него. В общем, такая себе атака, я бы не сказал, что большая. Да, скорость атаки у него сейчас увеличенная будет за счет... Что-то такое непонятное. Это просто ужасно. Больно на это смотреть. Как можно такого героя сливать? Жесть, просто боль. Знаете, вот я бы, наверное, вот я уже говорил, все-таки дал бы какую-то вторую жизнь героям. Особенно таким, которые там старенькие, закигашки там и прочее. Ну, блин, дайте им реально какой-то шанс возродить их. Зачем нам новые герои? Реанимируйте старых, чтобы было как-то интересно. Тем более, сделайте с них имбу. У многих без донатов. Ух ты. Я не увидел, сколько там урона было. Я надеюсь, много. Тем более для бездоната, вот представьте, вам там с бога грома сделают там того же самого типа огника. Ну круто будет, если его так прокачают. Потому что, ну вот это вот 20-й прорыв, вот вы представьте, 20-й прорыв у героя. И он просто как какашка сливается. Вот просто слила его какая-то там фрейя непрокачанная. Тут, блин, 12-й скилл, и я просто отдыхаю. Поехали, третий раз зайдем. О, ну тут, я думаю, уже потянет. Тут героя без эволюций. Он должен тут затащить. О, ничего себе, смотритель ударил. Вот, наконец-то он ударил. Он бьет по всей карте, блин. Он бьет рандомно. Бьет по разным целям. То есть, ну, если бы он был автопрокер и бил по героям, это было бы нечто. Вот реально, где его я буду использовать? Ну, потестируем. Ну, тут, конечно, без вопросов. Тут просто имба-имб. Правда, панчбокс. Где его буду использовать? И можно его использовать. Это PvP локации. Это лабиринт. Это забытая. То есть, такого плана. Тут, ну, посмотрите, вроде он кайфовый, все.
Ну, он, блин, бьет по всему. То есть по зданиям. Просто страшно на это смотреть. А какой раньше классный был герой? Нереально крутой. И тут опять стрелок, сейчас его ушатает. Смотритель ударил, стрелок. Мы говорим ему до свидания. В общем, вот так вот, ребят. Я тоже надеялся, что он хоть как-то будет интересен, но даже такая прокачка. Понятно, что у нас тут пакт, увеличенный по нем урон, но все же. Эх, поехали. Поехали в печаль. Так, лазулю надо где-то пристроить. Кого тут такого убрать? Ставим лазулю. Так, поставим ее. А сюда поставим очередную имбу. Ну, с Богом. Поехали. С Богом грома, ребятушки. Ух ты, ничего себе, посмотрите, что он там сделал. Фига себе. Вы видали это? Прикольно. Ну, его, конечно, Дрейк ушатал, но он четырех снес. То есть его реальный минус, он ближнего боя. Был бы он дальнего боя, там 3-4 клетки, я думаю, он бы намного круче тащил. Вот почему нельзя это переделать, если там уже многих героев переделали, ну не то что переделали, сделали новых, блин, переделайте просто старых героев так, чтобы нам было интересно вот поиграть с старыми героями. Гарнизон сделайте, блин, сделайте ему какое-то улучшение. Там, не знаю, ну, чтобы было интересно. Так получается у нас и не туда, и не сюда. Вроде и герой, и он даже на максимальной прокачке с хорошими статами ничего не может сделать. Сейчас нас Ронин тут расшатает. А тут он, наверное, просто об Асуру убьется. Тут даже не добежал. То есть, по сути, в пачке, возможно, да, там есть. И опять же, если он выживет, жизни у него очень мало. Что такое там 100к у героя? Это ни о чем. Это я его прокачал, плюс 500 сделал, да. А 100к жизни своей, блин, сейчас герои по 300. Сейчас тычка, а там Фрей с руки будет столько же урона давать. Поэтому в этом плане, конечно, все очень печально. Так, красавчики. Ну, давайте попробуем против Анубиса. Может, здесь затащит. И тут Асура. Без вариантов. Просто без вариантов. Вроде там что-то бил. Это панчбокс больше наносит урона, чем он сам. Да, ребята, вот такие вот дела. Печально, печально. Против Водера хоть может затащит. Наверное, до него не добежит. О, ничего себе! Вот это реальный шанс, ребята. Реальный шанс. Ничего себе! Ну все, он затащил. Красава просто. Просто красава. Смотрите, админ панелька мне дали, я победил. Многие подумали, блин, реально. Чтобы кто не знает, тень хранителя, если остается либо смертушка, они не засчитывают вам победу. Победу засчитывает реальный герой. Ну, что я могу сказать? Ну, вот как-то так, ребят. Неоднозначно. Точнее, не то, что неоднозначно, вообще никак. Ого, нифига себе, посмотрите, что он там начудил. Это панчбокс опять же. Что там мохнатка его говорит? Его мохнатка ни о чем. Моя мохнатка мохнатее. В общем, такой вот обзорчик. Пишите комменты, что вы думаете. Лайки, репостики. Пишите, какие герои вы хотите еще видеть. У нас возможности здесь качать хватает.
как видите, ресурсы в перелимите, поэтому надо их где-то использовать. Девать их все равно некуда, чтобы не сливать, но лучше качнуть какого-то героя, посмотреть, что он может. Стоит его качать, не стоит его качать. В общем, вот как-то так. Так, отлично, хоть часть забрали. Что у нас осталось? 2807, еще на одного героя, а то и на двух. Все, всем удачи, всем пока.